Привет, ребята, с вами Каис, и я продолжаю играть в Spyro the Dragon, прототип от 15 июня 98 года. Ищем вход в полетный уровень теперь. Так, по-моему, это мне надо вот сюда, да? На этот островок зайти было. И по вихрю тут подняться. К пушке. Да, по-моему, чтобы попасть к полетному, как раз это надо... разбить вот этих двух. Опять-таки. Чтобы они проход освободили. Уменьшить их. Еще останется еще один мир, шестой. Но там, я боюсь, вообще будет беда полная. Так, теперь чуть левее. Хотя, может не... Блин, ну что я наделал, дебил? Ой. Это что такое? Это какие-то артефакты. Так, это я на каком уровне-то? Ой, блин. Я понял. Я не сохранился. Это моя ошибка. Так, я за кадром, да, прошел опять этот уровень. Надо сохраниться. Идем опять к пушке. Надеюсь, я сейчас больше так не накосячу. Не упаду куда-то в пропасть. Вон отсюда. Меня в другую сторону крутим. Нет, не сюда. Так, одного и второго. О, вот так вот. Этого, наверное, будет достаточно мне, чтобы пройти полетным уровнем. А полетный уровень у нас был где-то здесь, по-моему. А, вон там, наверху. Флайинг, вот он, этот уровень. Ну все, заходим, это уже столько времени. Не по теме было. Так, насколько сейчас меня все взбесит? Поезда. Окей. Ой, все поезда есть. И не только поезда. Еще и вертолетики какие-то. Кольца. Ой. И сколько вас здесь? Так, ну, может быть, за поездом смысла гоняться-то и нету как раз. Потому что он все равно приезжает сюда, нет? Может быть. Давай заново. Давай подскачаем вот этих сперва, собьем. Эх, не удалось, промахнулся я. Так, поезд. Поезд. Так, вот еще вертолетик. О, еще поезд. Так, в этом зале ты все? Вроде бы все. Так, здесь что-то есть еще? О, шкатулки. Ёлки-палки. А где еще-то? А, вот они. Блин, я что-то последовательность не понимаю. Всего мне... Может быть, зажигать вот эти штуки сперва?
где еще-то? Одну пропустил. А где я ее пропустил? Тут шкатулка. Что я не вижу. Даже не знаю, с чего начинать. Так, ну тут все горит. Давай шкатулку теперь пособираем. Но времени мало совсем. Его нету практически. Опять я что-то не так сделал. Да не успеем. А, вот эту я не зажег. А я ее что-то не увидел. Так, я не пропустил там? Опять что ли пропустил? Блин, я опять какую-то пропустил одну. Вот эту вот. Ну и чё, шкатулки. Блин, я не понимаю, какую последовательность выбирать. Мне кажется, это должно быть все-таки на последнем этапе. Вот эти светильники. Не знаю. Так, вот вертолеты. Оп, я что-то не попал по нему ни хрена. Мимо прокатился. А время уже уходит, все, ушло мое время. Не, явно тут надо за поездом идти сначала. Так, а где же поезда-то оставшиеся? Что-то я не вижу. Интересно. Уф, может в другую сторону поехать? Вот, еще один. А третий, вот третий и четвертый идет. Так, теперь можно и вертолетики позбивать, поразрушать тут. Так, а где еще другой, да? Другой части. Не туда, да? Или туда? Погоди, есть время успеть? Или уже нет ни хрена? Что-то времени как-то и мало совсем. Как будто и нет уже. Не остается. Чтобы успеть куда-то. Ну да. Ладно, давай заново. Давайте все-таки тогда. Дождемся эти поезда так отдельно. Пока поразрушаем вертолетики. А поезд сам приедет. Да, вот, например, он едет.
Так, только не в ту пещеру я, по-моему, полетел сейчас. Yes. Да, я все запутал. Не туда полетел совсем. Все, я не успел никуда. Нет. Бред. Мне на нижнюю надо было платформу, а не на верхнюю садиться. Так, вот еще. Есть поезд. Есть поезд. Так, только на нижнюю, на нижнюю. Вот сюда, кажется, тоннель. Так, мне еще поезда нужны. А я что-то не вижу ни один. Ой, херня. С каждым разом все сложнее. Ну, потопись, я уже потерял кучу времени. Или все-таки начать со светильника, не пойму. Кажется, нет. Или шкатулки собрать сначала, а потом светильники зажать. Это вообще отдельно тут стоит так себе. И тут тоже отдельно стоит. Ой, они тут все отдельно как-то. Не очень хорошо. Так, там еще одна где-то была. А, вон шкатулка еще одна. Как я ее не взял-то. Опа, игра зависла. Интересно. Не, ну здесь я не успевал. Нет, дурацкая попытка. Дурацкая попытка. А где еще одна? А, вот она. Так, сколько светильников еще не зажег? Один. Ну-ка, вот если сейчас квиксейв сделать, я что-нибудь успеть могу. 7,5 секунд. Поезд, вертолетики, загасить троечку. Ауч. Поезд. Да блять, не то нажал. Ау. Давай, Спайра, лети быстрее. Так, где-то снизу. Вот еще. Поезд. Ни хрена не успеваю. Может направо полететь? Лучше. Тут я догоняю поезд, получается. Не, ну здесь вертолет побольше будет. Толку от этого мало. Ауч. А в этом зале-то ничего и нету. Не, надо налево лететь. Категорически.
не успевать как-то. Вот плюс 2 секунды, а смысл? Дальше-то я не успеваю пролететь. Да, у меня времени просто не остается уже. А если я начну просто поезда долбить, вот, у меня точно времени не хватит. Ну, вот, допустим, все поезда я продолбил. Остались вертолеты, которых много. Но у меня времени не хватит. Нет. За эту попытку очень трудно успеть, конечно. Все сделать. Хрень, давай еще раз попробуем. Не хочу зависнуть опять в этом уровне. Так, где пропустил? А, вот. И на опережение. Вот сейчас должно быть неплохо, по идее. Там еще поезд пошел. Так, теперь поезда ищем, вот. Плюс 2, но тут еще нужен. Еще один, по-моему, оставался. Тут уже укатил. Блин. А, вот последний. А теперь вертолеты. Чисто. Надо сбить по кругу. О, должен успеть, по идее. Где еще один? Вот он. Ну, как-то так вот, короче говоря, не заморачивайся особо. Ненавижу я полетный уровень. Так. Пошли открывать следующий мир. 400 кристаллов, алмазов получаем в копилку. Почти 10 тысяч набрали. Так, переход в следующий мир. У нас находится вот тут, вот, кажется. Гоу. Да, вот это вот следующий мир. О, меня уже бочкой кидаются. Машиниц. Гноркков. Погоди, это варпрум 500 надо собрать? А, то есть он вообще по-другому здесь называется. Хм, интересно. Машиниц. Понятно. Ладно, на этом я благодарю вас, ребят, за внимание. С вами был Каиса. Всем удачи. Услышимся в следующей серии. Пока-пока.